люди с древности задаются вопросами о природе интеллекта и разума. Нам очень интересно думать, кто умнее или глупее. Мы часто наделяем разумом домашних животных за их логичные действия. Но что если посмотреть на формы жизни, значительно отличающихся от человека? Например, на муравьев. Какой муравьев интеллект? Как можно сравнить мозг муравьев с мозгом других животных и человека? Как он меняется в течение их жизни? И действительно ли муравьи-солдаты глупее рабочих? Не будем тянуть. Начнем. Чтобы оценить мозг муравьев, сравним его с самым понятным для нас примером – человеческим мозгом. Для начала стоит сказать, что мозг, как орган, потребляет очень много энергии вне зависимости от вида. Например, у человека приблизительно 1/5 часть энергии от съеденной пищи идет просто на поддержание мозга. У нас мозг относительно большой, значит, он должен давать какие-то плюсы, ведь на его работу уходит очень много энергии. И это так и есть. Развитый мозг дает нам многозадачность и более развитую память. Кроме того, структура и размер нашего мозга дают нам разум, способность анализировать, понимать, ориентироваться в пространстве и решать различные проблемы. К примеру, далеко не все животные способны узнавать себя в зеркале. Да, возможно, это не самый типичный пример использования интеллекта, поэтому давайте рассмотрим культурное самовыражение. Кажется, что только у людей существуют тренды или моды на что-либо. Но это только кажется. На самом деле, все это умеют и обезьяны. Например, в Замбии шимпанзе запустил целый тренд и стал ходить с травой в ухе. Но вскоре, как и у людей, остальные шимпанзе из его группы переняли бессмысленный тренд. И они тоже стали ходить с травой в ухе. Этот пример может вызвать некоторое разочарование в человеческом интеллекте. Но стоит держать в голове, что у нас есть многие способности, которые развиты лучше. Например, речь. Общение существует у многих видов живых существ. У муравьев феромоны, у пчел особый танец и множество других вариантов общения. Однако человеческий язык намного более развитый. Мы можем выразить и передать значительно больше своих мыслей и идей. Это объясняется тем, что мозг, как мы уже знаем, очень затратный орган, и природа специализирует его на самые необходимые для жизни ситуации. Наш мозг в этом плане достаточно вариативен. Теперь, имея несколько мыслей о человеческом мозге, давайте посмотрим на мозг муравьев. Чтобы лучше понять мозг муравьев, сравним его с мозгом другого насекомого. Например, дрозофилов. Дрозофилы – это мелкие плодовые мухи. Ученые проанализировали их мозг и выяснили, что клеток Кеннина, отвечающих за работу памяти, то есть создание ассоциаций, у муравьев в 5 раз больше, а нейронов для обработки обоняния в 3 раза больше. И это не так удивительно, поскольку дрозофилы живут очень недолго – 10-20 дней в теплый период и до 2,5 месяцев в холодный. А значит, им не нужен развитый мозг и, соответственно, хорошая память. А вот почему у муравьев развито обоняние? На самом деле, все не так сложно. Муравьи общаются через феромоны, а, соответственно, их нужно считывать. Тем временем дрозофилы этим не утруждаются. Им даже общение как таковое не требуется. Мы сравнили дрозофилов и муравьев. Но, как вы, наверное, подумали, это не самые близкие насекомые к муравьям. И это так. Но нам стоило разобраться в существенно отличающихся насекомых, чтобы сформировать лучшую картину у себя в голове. Однако для понимания более тонких различий стоит сравнивать с наиболее близкими насекомыми. У них тоже свой социум, тоже есть королева и рабочие. С точки зрения эволюции, это одни из самых близких родственников муравьев, которых человек к тому же использует себе на пользу. Вероятно, вы уже догадались, о ком я. О пчелах. Если говорить о мозге, разуме и интеллекте, важно упомянуть память. Память – это важная составляющая ума. Так и у пчел есть навык приобретения знаний. И даже более того, они способны осознавать необходимость в знаниях. Но как ученые это поняли? Пчелы имеют ориентиры, а они могут меняться. В таких случаях происходит обучающий полет, за счет которого создаются новые ориентиры и находится новая пища. У муравьев же подобными случаями создания путей и поиска пищи занимаются фуражиры. Это муравьи, ищущие ресурсы за пределами колонии. Они оставляют след из феромонов, особых веществ, которыми муравьи общаются. По ним муравьи понимают, какой путь куда ведет. За счет того, что феромоны испаряются, выявляется самый эффективный путь, по которому прошло наибольшее количество муравьев. Вернемся к интеллекту. Как мы уже поняли, у муравьев относительно развитый мозг. У муравьев существуют различные касты. У каждой из них отличается мозг, но кроме солдат и рабочих есть и другие касты. За создание новых колоний, кроме королев, отвечают и самцы. Стоит сравнить их с рабочими муравьями. Это, на нашу удачу, уже сделали ученые. Мозг состоит из разных областей, отвечающих за разные задачи. И нейронов в этих областях может быть меньше, либо наоборот больше. Именно с помощью этого и сравнивали солдат и рабочих. У рабочих, как ни странно, оказалось больше нейронов, отвечающих за обучение, память и обоняние. В то время как у самцов была больше развита зрительная часть.
Кроме того, рассматривая мозг самцов, можно вернуться к начальному сравнению с дрозофилами. У них есть клетки зрительной доли для восприятия движений партнера во время ухаживаний. Таких клеток много и у самцов-муравьев. Что интересно, расположены они там же. Как уже было сказано, для основания колонии, кроме самцов, нужна королева. У них в период времени, когда они еще растут, и во время, когда создают новую колонию, мозг отличается. То есть в нем происходят изменения после этого события. Ученые выяснили, что преображение охватило почти 35% подтипов клеток мозга. Если же сравнить до и после, то мы выясним, что клетки зрительной доли уменьшились, потому что королева проводит больше времени под землей, и хорошее зрение ей не нужно. А вот дофаминергические нейроны, отвечающие за счастье, и мантийные глиоциты, контролирующие микросреду нейронов, увеличиваются, чтобы обеспечить плодовитость и долгую жизнь. Самое время переходить к вопросу, почему муравьи-солдаты глупее рабочих. Для уже этого исследования ученые взяли муравьев рода Эцетон. Это было сделано из-за того, что у них касты существенно отличаются. Муравьи-солдаты крупнее, сильнее и имеют мощные мандибулы, чтобы отбиваться от хищников. Рабочие же имеют меньшие тела и челюсти, более приспособленные для захвата и перемещения вещей. Их работа более разнообразна, от охоты и сбора пищи до ухода за расплодом. И как раз в работе и задачах кроется объяснение различий в мозге. То есть мозг у солдат, можно сказать, более урезанный. Как вы помните, самцы тоже имели во многом другой мозг. Теперь ответим на вопрос, почему муравьи-солдаты глупее рабочих. На самом деле муравьи-солдаты не глупее рабочих. Им просто требуется меньше мозга на их работу. А вследствие они скорее не глупые, а более простые. Мы уже достаточно рассказали о мозге муравьев. Но что касается их интеллекта, что касается не только структуры, но и принятия решений всем муравейникам. Примером такого решения могут быть ответные действия колонии на вспышку болезни. Поэтому попробуем разобраться, как муравьи защищают свою колонию от вспышек болезней. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться, как болезнь может начаться в гнезде. Например, ее могут принести фуражиры – муравьи, ищущие ресурсы за пределами колонии. Поскольку муравьи способны обнаруживать грибковые заболевания, они меняют свое поведение на благо колонии, снижая риск, чтобы защитить самые ценные части муравейника – королеву, потомство и новых рабочих. В чем заключается изменение поведения колонии? В уменьшении контакта между муравьями. Самые ценные части муравейника контактируют между собой и по минимуму с фуражирами. Как мы еще очень часто определяем интеллект? Через орудие труда. Многие знают фразу «труд сделал из обезьяны человека». Сама по себе она, как выяснилось, неправда. Ведь еще в 1960-е годы нашлась шимпанзе, которая использует орудие. А вот в 1970-е годы были открыты виды муравьев, которые тоже используют орудие. Так что это за муравьи? Начнем с рода Афиногастер. Часто муравьям этого рода приходится конкурировать с более сильными муравьями, например, компонотусом или формикой. Их сила заключается в том, что они могут прогнать от добычи других муравьев. Поэтому афиногастеры делают так. Они подходят к пище, кладут на нее кусочек листа и немного грязи. Затем уходят и позже возвращаются к ним. Этот род, так же как и Погономирмикс, использует еще один метод. Когда нужно перенести желеобразную пищу, к примеру, раздавленную гусеницу, в муравейник, они перед транспортировкой погружают в кусочки листьев, древесины, засохших частичек земли в эту желеобразную пищу. И таким образом становятся более продуктивными, потому что один рабочий муравей сможет перенести примерно в 10 раз больше. Еще такие орудия труда есть у родов Доромирмикс, Тетрамориум и у муравьев-жнецов. Они могут бросать небольшие кусочки земли в входы в другие муравейники или определенным видом пчел. В случае с другими муравейниками это нужно только для конкурентного преимущества. А вот пчел-охранников так выманивают из гнезда, где они погибают в неравном бою с большим количеством муравьев. Кстати, говоря о пчелах, близких родственников муравьям, немаловажно узнать об их интеллекте, об их мозге, который вполне себе развитый. Ученые узнали, пчелы способны решать математические задачи и понимают геометрию. Для этого им пришлось поставить эксперимент. Было несколько картинок с разным количеством геометрических объектов. За этими изображениями были спрятаны лакомства. Ориентируясь на фигуры, пчелы, независимо от их количества, находили лакомства. Причем понимали, что в каждом из этих случаев количество было подсказкой. Позже ученые определили, что пчелы понимают и подсказки без чисел. Был проведен тот же эксперимент, но теперь картинки отличались уже по размерам, а не по количеству фигур. На основе этих двух экспериментов можно сделать вывод, что пчелы имеют развитый мозг. Развитый мозг вместе с собой приносит не только бенефиты, но и то, что мы бы могли назвать аморальным. Например, убийство своих сородичей. Да, вы не ослышались. В рамках исследования, почему сократилась популяция диких пчел, выяснился как раз этот факт. Пчелы готовы убивать своих больных сородичей. Узнав об интеллекте пчел, стоит сказать и о других близких родственников муравьям. А какие есть близкие родственники у муравьев, помимо пчел? Осы. Оказывается, осы способны узнавать друг друга по лицу.
Это исследование может кому-то показаться неаморальным. Тем не менее, оно проходило так. Сначала были получены снимки нескольких ос из Америки. Потом уже другим подопытным осам показывали эти фото. Каждому подопытному показывали лишь две картинки. К одной прививали негативные отношения, ударяя ее током при показе. К другой не делали этого. После подопытных ос поместили в коробки, с разных ее концов повесив эти две фотографии. Осы летели к той, при просмотре которой тока не было, что означало, что у ос получается различать лица. Спустя некоторое время подобный эксперимент был проведен на европейском виде. Там предположительно из-за отличий в размерах численности колоний, европейских и американских ос, выяснилось, что осы из Европы распознают не все лицо, а лишь отдельные его черты. Такое восприятие называют холистическим. Оно присуще людям. Но как оно работает? Представьте вашего близкого друга, которого вы знаете не один год, или, например, ваших братьев или сестер. Их лицо, без сомнения, вы отличите. Однако отдельное ухо, нос или рот вам не удастся идентифицировать. Но стоит увидеть целое лицо, мы легко увидим, заметим этот нос и его похожесть на нос какого-то из наших родственников, если обратим внимание. Так же происходит и у ос. Кроме того, у ос наблюдается транзитивная логика. Сейчас у вас в голове может появиться вопрос. Что такое транзитивность? Объясню на простом примере. Город Якутск находится в Якутии. Якутия – субъект России. Значит, город Якутск находится в РФ. Если говорить определениями, то транзитивность – это перенос известных отношений между предметами на неизвестные в логике. Так вот, раньше считалось, что это свойственно лишь людям и очень близким родственникам. Однако ученые из Америки узнали – это умеют и осы. Скорее всего, нервной системы ос не хватило бы, чтобы построить такую взаимосвязь. Но насколько видно, они добиваются нужных результатов, воспользовавшись предположительно какими-то простыми механизмами и алгоритмами. Что любопытно, такой эксперимент был проведен и на пчелах. Там же он не был успешен. У пчел не получилось повторить опыт ос. Этому есть разные обоснования. Итак, мы многое узнали. Какой вывод можно сделать из этого? Я вижу такой. Для природы мозг очень дорогостоящий орган. А потому он такой, какой строго нужен для функций, выполняемой дрозофилом, рабочим муравьем, королевой, самцом или солдатом.